Глава муниципалитета проверил готовность коммунальной техники к весенней уборке территорий. Смотр провели на базе МБУ «Одинцовское городское хозяйство». Андрей Иванов напомнил, что 1 апреля в Московской области стартовал месяц чистоты и благоустройства. В нашем округе в уборке участвует 221 единица различной коммунальной техники. Еще 11 спецмашин предоставляет Министерство ЖКХ региона. Глава поблагодарил работников предприятия за самоотверженную работу в период зимних снегопадов.